чей сегодня творческий вечер? Софира Таро. Знаете репертуар? Луна, луна, знаем. Луна, луна, та-та-та-та, цветы, цветы. Вону руту не шукай вечерами. Второй день жары посвящен 70-летию народной артистки СССР Софии Ротару. Я чувствую себя сильной, молодой и очень-очень счастливой. Ее композиции звучат в исполнении как опытных представителей шоу-бизнеса, так и молодых. Глюкоза, Ани Лорак, М-Бэнд. А самые креативные из выступающих звезд подарили не только песни в новом исполнении, но и танцы под них. Главную роль исполнила, конечно, сама виновница вечера. София Михайловна практически не покидала сцену, лишь изредка уступала ее своим коллегам, а в некоторых случаях пела в дуэте. Сколько лет прошло, но помним я и ты. Второй концертный день жарким сделали не только артисты и фейерверки, но и гости фестиваля. Спасибо!